Даєте допомогу, я сховаю машину. Є наші машини. Був дуже близько прильот, ми його сюди відтягнули. Ти не чуєш? Ти мене чуєш? Ми поносили, друзі. Що случилось? Був близько прильот, ми його відтягнули сюди. Носилки під даром. Приготовить місце, місце. Так, пульс є, нормально. Скорее всего, у него кровотечение внутреннее. Ребята, носилки. Что, забираем отсюда, носилки, ребята. Нормально транспортировать можно? Можно. Аккуратно. Взяли. Чекай, спина. Взяли. Голову аккуратненько. Голову. Руку под голову. Есть. Броню накидываю сверху. Все, забрай. Давай. Взяли. Зброя. Вище. Ще вище. Поможете мне? До ближайшого стаб-пункту приблизно хвилин 20. 20 хвилин до стаб-пункту, це нормально? Нормально, у нас все достатньо. Можете подержати мені руку? Я попрошу, якщо там ведеться відеозйомка, поки що виключити камеру, тому що ми повертаємо на стаб-пункт і там заборонена відеозйомка. Довезли, все гаразд? Так, да, добре, ми все встигли, все зробили. Я вважаю, що буде жити. Ми зробили все, що змогли. Евакуювали бійця автівкою швидкої шведського фонду Operation Aid, який співпрацює із підрозділами Збройних сил України. Волонтерка Євгенія Кім говорить, привезла медикаменти та планувала вирішити логістичні питання щодо машин екстреної допомоги та стала учасницею евакуації пораненого. Водитель остановился, крикнул 300-й, и что-то началось. Я, честно говоря, не очень сильно хорошо понимаю, потому что, знаете, смотреть ролики, думать, что ты знаешь что-то, и оказаться в такой ситуации, как бы, ну, это разное. Единственное, что я помню, оружие забрать. Вот это вот я помню, потому что ребята схватили, я физически, чем я могу помочь? То есть я не медик. Я схватила оружие и побежала, потому что знаю, что для бойца потеря оружия, это, конечно... То есть будут проблемы серьезные. Поэтому схватила, просто побежала, села, скоро закрылась, что-то началось. Мне говорили, просто давали какие-то команды, держи, придержи. Я только вот на это реагировала, и все. Да, я понимаю, это здесь постоянные обстрелы, но люди на улицах — это не то, чему меня готовила жизнь. Я серьезно говорю. И бойцы на улице — это... То есть ты никогда не знаешь, в какую ты ситуацию попадешь. И можете себе представить, что происходит непосредственно на линии столкновения. То есть там просто не хватает ни помощи, а от своевременно оказанной помощи зависит, выживет ли вообще боец. Поэтому это очень важно. Здесь скорые нужны их много. Нужна бригада, нужно все, нужно помогать. Парамедик Олександр говорить, їх екіпаж опинився в потрібний час, в потрібному місці. В принципе, это просто фортуна, ему повезло, потому как ждать помощи еще сколько-либо минут, это было бы катастрофически. Скорее всего, мы бы его не довезли, или кто-либо не довез бы. Так как это внутреннее кровотечение, это очень серьезная рана, и снаружи, в принципе, практически не отлетит. Мы сделали ему капельницу натрий хлора вместе с тромексановой кислотой, которая способствовала уменьшению кровотечения и стабилизировала пульс кровообращения. Мы безумно благодарны за предоставление данного средства, которое частично оборудовано, частично нам помогали тоже волонтеры что-то добавить. Вот. Но хотелось бы, если есть такая возможность, если дороги здесь совсем не фонтан, можно так сказать. И как парамедик хочу сказать, что осуществлять какие-то действия непосредственно по таким дорогам и на таком автомобиле очень сложно. То есть хотелось бы по возможности, автомобиль более предназначен для таких дорог. Військовослужбовець із Миколаєва із псевдо-Сова співпрацює з командою Operation Aid. Чоловік говорить, від автівки та водія залежить багато. В момент евакуації, коли сиджу за кермом, найважливіше – це швидкість. І знову ж, не те, що швидкість, валити просто аби по чому, не шкодуючи ані автомобіля, нічого. Звісно, життя побратима найважливіше, але воно знову ж залежить від того, як саме ти доставиш його до найближчого стабпункту. Тобто, якщо ти просто топиш через сіями, знову ж залежить від травм, від поранень. Тому що, наприклад, якщо поранення є або травми спини, то це максимально потрібно робити обережно, але ж знову максимально швидко. Валентина Гурова, Суспільне новини, Донеччина.